Творожные запеканки можно назвать самыми полезными, а если добавить горсть ягод в творожную массу, получается еще и вкусный десерт. Поэтому расскажу, как приготовить воздушную ПП запеканку с ягодами. Творожную запеканку можно приготовить как на праздничный стол, так и в качестве угощения к чаепитию, поэтому каждой хозяйке стоит иметь несколько рецептов в запасе. Здесь вы найдете ПП рецепт воздушной творожной запеканки с добавлением молока и яиц, а также ягод в качестве изюминки. Вы можете использовать сахарой заменители, сахар или сиропы, чтобы сделать запеканку более сладкой. Советую вам брать творог средней или низкой жирности, так запеканка получится более полезной. Творог смешайте с молоком, яйцами и подсластителем. Хорошо взбейте массу блендером до однородного состояния. Добавьте кукурузный крахмал и перемешайте. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, залейте в нее творожную массу, украсьте запеканку ягодами и выпекайте в разогретой до градусов духовке около часа. Дайте запеканке полностью остыть в духовке. Приятного аппетита!